أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уنا سويدنا продолжение الأخلاق في القرآن نراوي في الله سبحانه وتعالى في الشيخ Я коротко рассказал о тех вещах, которые напрямую влияют на формирование нравов поведения человека. Сегодня я хочу рассказать о тех э, вещах, которые человек должен непосредственно делать и начинать делать для того, чтобы улучшить свой нрав. Что должен человек для того, чтобы улучшить свой нрав? Да, мы понимаем, что у посланника, саллиллаху алейху ассалям, был хороший нрав. Уран призывает быть э, благонравными. Мусульманин должен быть благонравным в первую очередь с Адамом, с Аллахом, с посланником, да благословит его Аллах и приветствует, с религией, с родителями, с братьями, с семьями. Человек должен быть благонравным. И когда у Аиши, ради Аллаху анха, спросили, какой был нрав посланника, да благословит его Аллах и приветствует, она сказала, его нравом был Коран. Все, что есть в Коране, проявлялось в нраве посланника, саллиллаху алейхи вассалям. И не было у сподвижников и у первых поколений мусульман нрав чисто, вот определенно взятый круг мусульман, вот с ними ты хороших нравах, а от нас, часть мусульман не в счет, с ними можно и грубить и делать такие вещи, которые не совпадают с исламом. Нрав у них был везде. Не было у них так, чтобы нрав ограничивался вот в таких маджалисах, или в мечетях, или дома, или там где-нибудь еще в другом месте. У них всегда они старались придерживаться нраву, где бы они ни находились. Дома, в мечети, на базаре, на улице, с соседями, с друзьями, с простыми мусульманами, даже с каферами. И поэтому их нрав, когда видели люди, мусульмане, люди, простые люди начинали принимать ислам из-за нрава этих сподвижников пророка Приведу несколько примеров, вот настолько они были благонравными и настолько они были справедливыми и это достаточно было людям увидеть и чтобы принимать ислам. Вот пророк алейкум, приходил, люди, которые до этого ненавидели пророка алейкум, когда с ним сидел и разговаривал Пророк, саллиллаху алейхи На этом же мажлисе они говорили: Я, Расуль Аллах, не было в этом мире лицо более ненавист... ненавистного, чем Твое лицо, религии более, которую я ненавижу, чем Твою религию. И вот с сегодняшнего дня, вот увидели увидел посланника, саллиллаху асалям, увидел Его лицо, Его улыбку, Его благонравие люди там же менялись, там же менялись они и говорили. Вот с сегодняшнего дня самое любимое для меня лицо, твое лицо, самое любимый для меня религия, твои религии. Точно так же у Аллах, когда взял Самарканд, он взял Самарканд, не предъявив им никаких ультиматумов. Просто напал ночью, когда все люди спали, и захватил город. Историки приводят эту книгу в своей книге, в истории в своих книгах. И жители Самарканда пожаловались Умар ибн Азизу тому, что он не предъявил ничего нам, не предъявил свою, вашу религию, не предъявил нам жизнью, ничего, просто напал и захватил город. Он даже никакого альтернативы не предложил, ничего нам не предложил, захватил город. Отправил гонца в Дамаск. Амрабин Абдул-Азиз вот так перевернул эту страницу, вот так повернул страницу, на задней части страницы этой листка написал, что вот так позвали Амрабина абдул азизу на суд. И если суд установит, что реально это так и было, он не сделал это так, как делал посланник, саллиллаху алейкум, то есть нужно было предлагать людям иман, принимать ислам, если нет, джизия, только после этого переходите на сражение, да, на убийство. И если это удостоверится, установится, что вот так сделал от Муслим, выходите из города и зайдите заново обратно в город, как заходил посланник, саллиллаху И реально на суде получилось так, что как эти люди пожаловали своему равнам, так и случилось. Суд, судья вынес решение на этом, же, э, на этом же месте, что мусульмане должны освободить город и должны заново, как заходил посланник Салалалай, заходить. И люди говорят, утром жители Самарканда проснулись от шума и гула армии, которая выходила из города. И когда они увидели справедливость этого суда, справедливость этих мусульман, как простой, худой судья, который пришел без охраны, без ничего, мог повлиять на такого полководца у на Муслим. Это человек, который в страхе держал весь Среднюю Азию, Хурасан. Этот справедливость, когда увидели, сами уже добровольно жители Самарканда приняли ислам. Это один из эпизод, эпизодов нравов первых поколений мусульман. У нас тоже должны быть такие нравы. Мы тоже читаем эти же аяты, эти же хадисы. Но первое, что мусульманин должен делать для того, чтобы практически переходить к улучшению нравам, ученые говорят, первая точка, откуда человек направляется, это тауба. Человек должен в первую очередь возвращаться к Аллаху Субхану Тауба. Тауба, слово таба, в арабском языке переводится раджа, вернулся. Иногда говорят таба абду, раб вернулся. Иногда говорят таба Аллах. мы как бы религиозный термин применяемый, и говорим, что Аллах простил. Если дословно перевести, вернулся Аллах. Как если мы говорим табаль абд, раб делал тауба, он вернулся от греха к поклонению Аллаху Субхану А если мы говорим табаля -таб Аллах, Аллах вернулся к милости своей. Человек каждый раз, когда он ослушается Аллаху, появляется занавеси между человеком и Аллахом милостью Аллаха Субхану Этого человека отдаляет от милости Аллаха. Поклоняющий абид, он более ближе к Аллаху, чем мудный грешник. Поэтому, когда человек делает тауба, Аллах возвращается к своей милости и оказывает этому человеку милость. Тауба, братья мои, Аллаха, милость Аллаха, она настолько она безгранична, что не в зависимости от того, кто делает тауба, Сколько грехов человек не сделал, что бы человек не сделал, если человек возвращается к Аллаху, пока душа человека не достигла до горла, или же пока солнце не вышло из запада, кто бы не был этот человек, какие бы тяжкие не были грехи, этому человеку Аллах Субхану Ва прощает. Вот такая безграничная милость Всевышнего Аллаха. И Аллах ни в коем случае не заинтересован наказывать своих рабов. Наоборот, посланник сказал, саллиллаху нет нету никого, кто более кому более любимые оправдание, чем Аллах. Поэтому он отправлял посланников и не спасал Писания. Потому что он больше всех любит, любит оправдание. Человек, когда возвращается к Аллаху, Аллах находит этому человеку оправдание. Аллах принимает этого человека. Кто бы ни был, даже Кафир, который воевал с религией Аллаха Субхану Аллах улыбается людям в раю, вот кафир и мусульманин. Кафир убил мусульманина. Этот мусульман стал шахидом, попал на путь э, в рай. Потом этот кафир принимает ислам, он тоже становится шахидом. И он тоже попадает в рай, когда они оба встречаются в раю. Аллах улыбается. Посмотрите, человек кафиром был, Убивал мусульман, сделал тауба, вернулся к Аллаху Субхану Тааля. И если даже человек не успел сделать одну сажду, Аллах Субхану принимает его покаяние. Пока душа человека не достигла его горла, или же солнце не выходит с запада. И, и, и другой момент, когда уже люди непосредственно увидели наказание Аллаха, это время тоже Аллах Субхану Тааля не принимает уже оправдание покаяния людей. Как это было с фараоном. Фараон, увидел увидел воочию смерть, и он осознал, что он сейчас умрет. Он хотел вернуться к Аллаху, Субхану Ва но не было принято его покаяние, не был принят его ислам. Почему? Потому что он уже увидел наказание Аллаха. Он, он увидел, ему деваться некуда. Человек, когда, будучи здоровым, будучи еще надеждой, что он еще будет жить, он оставляет все, возвращается к Аллаху. Более того, не то, что Аллах ему прощает его грехи, братья мои. Аллах по своей милости, если человек совершает искренние покаяния, все его плохие деяния превращаются в хорошие деяния. Вот милость Аллаха, субхану ва И Аллах, субхану ва всех прощает, который, когда человек возвращается к Аллаху, субхану ва Аллах в Уране разделил людей на две категории. Тот человек, который совершает тауба, и у вас, наверное, в голове возник вопрос, и тот человек, который не совершает тауба, нет. Аллах упомяна, упоминает людей, которые совершают тауба, и лалима. Он сказал Аллах. Те, которые не покают, не, не совершают покаяние, они беззаконники, сказал Аллах, Человек, который делает, либо человек делает тауба, либо человек беззаконник. Почему он беззаконник? Любой человек, Невзирая на то, что он совершил грех или нет, он постоянно должен совершать покаяние. Почему мы после Намаза три раза говорим о Сталфируллах? Почему ученые говорили, что наше покаяние нуждается в покаяниях? И почему после Намаза мы совершаем Тауба три раза? Потому что мы допускаем халатность даже в поклонении. Даже когда речь идет о поклонении, мы возвращаемся к Аллаху, что мы какие-то халатности допускаем в намазе. А что сказать, когда человек совершает грех? И поэтому, когда человек всегда он несправедлив с Аллахом, всегда, он никогда не недооценивает Аллаха должным образом, никогда не боится Аллаха должным образом, никогда не благодарит Аллаха должным образом и никогда не поклоняется Аллаху должным образом и не сможет. Аллах Аззаваджал сказал в Коране, если бы вы посчитали бы милости, которые дал Аллах нам, мы не смогли бы этой милости посчитать. Вот даже одну милость Аллаха возьмите любой, ислам возьмем. Все остальные блага мира это мелочи с исламом, который Аллах человеку дал. Который не дал им Аллах Субхану Ва Тааля, сыну Нуха, отцу, мать, родителей, посланника, саллиллаху алейху салям, и другим людям. Аллах дал тебе это ислам. Это самая большая милость, которую Аллах человек, может человеку дать. И если бы не милость Аллаха, какой бы человек ни был, он не мог бы достичь этой, этого милости. И поэтому человек должен постоянно возвращаться к Аллаху Субхану Тааля и делать покаяние. Посланник Аллаха Саллиллаху Алейху Саллям делал такие покаяния, что человек, Подумал бы, что такого сделал посланник, чтобы делать такое покаяние. А здесь подвижники сказали, ради Аллаху анхум, мы посчитали в одном мажлисе посланник саллиллаху алиусаллаху возвращался к Аллаху 70 раз. В другом месте, в другом Хадисе, говорится, что 100 раз делал посланник саллаху покаяние. Обратите внимание на покаяние посланника саллаху Аллаху куллаху, вадуктаху, ваджиллаху. Васирру, У Аллах, прости мои грехи. Как открытые, это пророк, саллиллаху делал, как открытые, так и скрытые. Первые и последние. Большие, большие и малые. Посланник, саллиллаху алейкум, этот такой покаяние делал и сажде, и после, после ташахуда своим намазе. Это пророк, саллиллаху алейкуслам сделал, человек, который не грешил, которому Аллах وتعالى, простил, все предыдущие и будущие грехи. Вот так посланник, саллиллаху алейхи возвращался к Аллаху. Если человек хочет, чтобы продолжались на, не, на этом человеке блага Аллаха, чтобы Аллах, блага, милость Аллаха охватил человека со всех сторон, пусть он почаще совершит истигфар. Хасан аль-Басри, когда человек пришел, жаловался на то, что у него риск мало, не приходит к нему при пропитание его, меньше не хватает ему. Хасан аль-Басри сказал, делай истигфар. Потом другой человек пришел, он жаловался на то, что он бесплодный. Хасан аль-Басри сказал, сделай истихфар. Другой пришел и жаловался на засуху. Хасан аль-Басри сказал, делай истихфар. Частый истихфар, частый истигфар является причиной тому, чтобы Аллах человеку простил, увеличил блага, увеличил риск, который Аллах дает человеку, чтобы Аллах дал ему тауфик. Потом, братья мои, тауба, когда человек делает, есть определенные условия, которые человек должен соблюдать. Если грех между Аллахом и человеком, достаточно, чтобы человек совершил тауба, оставил этот грех, сожалел этому греху и больше не возвращался к этому. А если грех между людьми, помимо этих условий, которые я перечислил, еще другое условие, чтобы человек попросил прощения, чтобы тот человек, против кого он поступил несправедливо, чтобы этот человек простил ему, попросил у него истихляль, чтобы хилла у него попросил, чтобы он его простил его грехи. Иначе Аллах справедливый, пока тот человек не простит этому человеку, Аллах не прощает человека. Да, человек может сказать, мне неудобно, стыдно, не могу подойти. А что сказать? Аля инна силят Аллахи галия, аля инна силят Аллахи сказал. Товар Аллах дорогой, товар Аллаха дорогой. Товар Аллаха это рай, сказал посланник, саллиллаху Чтобы попасть в рай, нужно, братья мои, много чего в сердце поломать своего, гордость, вот себя ставить выше, чем других, это все нужно ломать в себе, братья мои. Это, братья, мы ничего не стоим перед Аллахом, мы все одинаково перед Аллахом, все, без, без исключения, всеми одинаково Аллах только знает, кто из нас красавчик, а кто из нас не красавчик, это только Аллах разбирается. Мы в этом мире можем каждый из себя, например, Показывает хорошего человека, но только это Аллах знает. Потом, братья мои, Ислях, мало вы найдете в Уране, чтобы Аллах вспоминал тауба, и после него, чтобы Аллах не говорил аслях. Человек вернулся к Аллаху, сделал покаяние и совершал хорошие деяния. Там сказал, посланник алейкум, след за дурным сделай хороший, который стирает за собой плохие деяния, сказал посланник саляллаху Аллаху Не хватает сделать покаяние, также нужно совершать хорошие деяния. И последнее, что хочу сказать, когда человек совершает грехи, например, да упасет нас Аллах, извиняюсь за такой пример, человек акрамукумулла совершает зина. Чтобы этот грех совершить, между человеком, между человеком и этим грехом есть очень много барьеров. Человек переходит эти все барьеры, совершает этот грех. Аллах поставил так, чтобы человек спасти от этого греха. Человек, человек, человек все равно наставит на своем и совершает этот грех. И эти препятствия, которые Аллах поставил между человеком и грехом, в следующий раз уже этих препятствий не будет. Знаете это. Грех всегда тяжкий бывает на первый раз второй, третий раз грех становится обычным, обиденным делом каждого человека. И чтобы Аллах заново тебе вернул на то положение, в котором ты был, ты должен стараться. Каждый на себя пускай посмотрит, его положение, когда он пришел в ислам в начале, его рвение, его ревность, его стремление. И потом по происшествию определенного времени, какой у него положение стал. Осуждаешь ли ты сердцем, языком, своим недовольством то, что ты осуждал, например, каких-то 10 лет тому назад? Нет, это почему происходит, братья мои? Потому что эти барьеры убираются. Человек привыкает. Чтобы это все вернуть, чтобы это все вернуть, после покаяния человек должен усердствовать. Если человек совершил покаяние и на этом остановился, прежнее положение человека может не вернуться. А чтобы этого было, братья мои, нужно посещать вот такие мажлиси, нужно слушать самому дома что-то хорошее включать семью и посидеть хорошее послушать детям посидеть, объяснять детям послушать хорошую лекцию прочитать книгу и объяснить своей семье. Вот здесь так говорится. Вот посланник, саллиллаху так сказал. Детям рассказывать истории сподвижника пророка, саллиллаху алейкум. Вот как бы усердствовать. Многие пишут к, к этому студентам, многие пишут и жалуются на то, что а, не могут поднять иман. Братья мои, чтобы иман поднять, мы же знаем, акеда аль-джамая. Иман когда поднимается? Не поднимется Иман, если человек стоит в одном месте. Если человек не поднимает свои поклонения, не поднимется Иман. В сердце человека Аллах не сделал человека двумя сердцами, сказал ураня Аллах. Аллах в одном человеке не сделал две, два сердца. Одно сердце человека, ты его заполняешь либо поклонением, либо ослушанием. Не бывает так, чтобы в одном сердце человека собрались эти две вещи. Что вытесняет? вопрос, что из этих двух вещей вытеснит, вытеснит другое? Поклоне, либо поклонение вытеснит ослушание, ржавчина, которая есть в наших сердцах, либо это ослушание вытеснит поклонение, и человек становится, который совершает грехи. Поэтому, братья мои, человек постоянно должен быть муджагадом. Почему шариаты называются джихад насом большим джихадом? Это хадис недостовернее, когда говорится, табуки, когда с табука вернулись, мы с большого малого джихада вернулись на большой, на большой джихад, это хадис недостоверно Но есть высказывание ученых, борьба со своим нафсом называется в исламе джихадуль акбар Почему? Потому что он более важный. И тот который человек, который не сможет сделать джихад со своим нафсом, он джихад со врагом не сможет сделать. Если даже на первых началах сделает, он до конца не может на этом стоять. Рано или поздно человек отступит инна ладина л-ладина кум яв сказал Аллах в Явм-Аль-Ухид. «Ва истин те, которые убежали из вас, когда встретились две группы в Явм-Аль-Ухиде, инна мастазал шайтану хуму шай ма сабу Шайтан их заставил убежать по причине некоторых деяний, которые они совершали. Это сподвижники были пророка, салли Аллаху А что сказать о простых людях? Поэтому, братья мои, постоянный джихад со своим нафсом должен быть. Постоянный джихад со своим нафсом должен быть. Усердствовать, разбудить себя, поднимать свой бог из постели и своих семей на утренний намаз, на тахаджуд, на каяму на чтение книги Аллаха Субхану на дополнительный намаз. Сейчас, тем более, наступил зимнее время, где день очень короткий. Ничего не стоит сегодня поститься, утром проснулся, вот дело сделал, уже вечер наступает, в понедельник, в четверг лучше поститься каждые три полнолуния, когда бывает три дня поститься. Потом тахаджуд вставать, если даже человек в час ложится спать сегодня, в час ложится, человеку есть время спокойно пять часов поспать и встать нормально постоять на тахаджуд намазе. Взял Уран, читаешь Ураны на намазе и проводи хотя бы полчаса, 40 минут, 45 минут перед Аллахом на намазе. Но затем садись перед Аллахом. Аллах спускается на первое небо. Каждую ночь спускается на первое небо и взывает, кто хочет прощения, кто хочет риск, кто хочет богобоязнь, рай. Проси Аллаха, субхану Вот такие деяния только увеличат иман человека и улучшают нрав человека. Да поможет нам Аллах в этом. Альхамду лиллахи, аламин. Аллаху хайрану.